Так, собралась у меня группа по средам. Вот у нас... Меня не надо. Проболела у нас Лидочка. Лидочка проболела. И вот она самостоятельно вот это вот все освоила. Вот этот рукав. Нет, у меня не самостоятельно. Это что, это домашняя работа? Вашим роликом. Роликом? Но все равно самостоятельно. Вы же на уроке не были. Ну, не была. Держи, Алечка, снимай. Будем разбираться. Так, вот она была база. Теперь вот эту выточку мы открыли вот сюда. Все правильно получилось так. Положили рукавчик, выбрали общую точку, нарисовали вот эту линию. Значит, вот эту выточку надо закрыть. Для этого вот сюда надо поставить перпендикуляр. Ага. И вот этот вот кусочек на каречку отвести. Угу. А потом он вернется обратно. И у вас получится примерно вот такая вот картинка. Спинки вот сюда у нас пойдет вся работа. Угу. А это для рукавчика у нас пойдет. И рукавчик вы делаете абсолютно правильно. Рисуночков много. Но Лида супер молодец, 5 с плюсом.